это очень приятно, когда люди радуются, смеются. Не драматически тоже, безусловно, это прекрасно и хорошо, но все-таки хочется людям такое счастье, радость, легкость оставлять. Вообще играть на сцене, конечно, не просто, но просто в том плане, что ты получаешь энергетику от зала, ты видишь улыбки, смех, и вот это дает счастье и простоту. Вот именно это чувство, ощущение. А репетировать, конечно, все это, вживаться в роль, это, конечно, непросто. Ну, у нас процесс такой долгий. Мы читаем все вместе, разбираемся, о чем, что мы хотим сказать этой пьесе. Мы репетируем, пробуем. Режиссер пробует всех артистов на роли. То есть сразу у нас не бывает такого распределения, что все сразу понятно, кто будет кого играть. Вот и в процессе мы понимаем, что к чему. У нас, допустим, площадки, каждый будет стараться делать лучше, чем другой, естественно, ну, как бы, как он видит сам свою роль. А когда мы уходим уже с площадки, с рабочей, все устанавливается, то есть мы опять подружки, друзья. Ну, и нет на площадке такого, что мы как-то соперничаем, вот прям, вот это я хочу играть, это именно я буду играть. Нет, все-таки мы понимаем, как здравые, нормальные люди, что должен играть тот, кто принесет больше пользы, кто с этим справится. Вообще от каждого должен зависеть успех спектакля, и он зависит от каждого. То есть не от одного, естественно. Потому что спектакль – это общее впечатление. Это не просто пришли как на концерт одного актера, артиста. Все-таки это общая работа. Все вместе должны. Всем должны верить, не только одному. Актеры должны любить свой театр, свою работу, свои спектакли, верить режиссеру друг другу и поддерживать друг друга. Вот только тогда сложится спектакль, и будет все очень хорошо.